на Facebook. Добрый вечер. Я очень рад нашей очередной встрече после длительного перерыва. Мы продолжаем наши уроки по книге Рав Кука «Урод и Тшува». Во излечение всех больных в Израиле и в мире и удачу всем солдатам в нашей войне. Итак, мы продолжаем. Мы сейчас в предпоследней главе, в 16-й. Прошу прощения. И у нас 7-й абзац. Перевод, как всегда, выполнил Клаудом 3,5 версии. Вот у него первый недочет. Любой полноценный ответ. Ответ, конечно, есть чума. Любая полноценная чува. Секундочку, я не сделал шаг. Итак, любая полноценная тшува должна произвести два противоположных действия на душу. С одной стороны, тревогу и печаль о грехе изле внутрь, а с другой, уверенность и радость о добре, которое человек непременно найдет в себе, хотя бы частично. Даже если иногда его расчет настолько туманен, кто не находит в себе ничего хорошего, разве тогда сама тревога и печаль, охватывающая его из-за осознания греха и зла внутри, не является великим благом? И он должен немедленно обрадоваться, обрести уверенность и наполниться силой и мощью. Также из этого блага, чтобы всегда, даже в самом глубоком унынии чувств раскаяния, быть полным жизненной энергии, вооруженным основой действия и поступка, радостью жизни, подготовкой ее благословения. Отлично. Итак. Давайте смотрим. Ну, эта тема Урава на у нас частая. Но здесь мы встречаемся, да, что на душу что-то, в данном случае чува, должно влиять в двух противоположных направлениях. Это очень интересно. Это я первый раз похожую идею встречал у Рамхаля. Когда две крайности он объединяет в одну категорию. То есть очень часто крайности это действительно принадлежат одной категории. Здесь нам Рав говорит, какая у нас тут чува? Полноценная чува. Да, на иврите шлема, которая полная чува, полноценная чува, по-простому правильная чува. Если во время чувы мы заняты только отрицательными эмоциями,
Это может быть не совсем хорошо, и это неверно. Как это? Наша лимбика, наш сразу скажет, не надо там грузы. Мы туда не хотим. И не только как бы. Действительно, радость жизни – это правильная вещь. Осознание, что делаю правильную, верную вещь, должно, по крайней мере, меня радовать прямо здесь и сейчас. Да. Что нам здесь Раф пишет? Полноценная тшува должна произвести два противоположных действия на душу. С одной стороны, тревогу и печаль о грехе изле внутри, да. А с другой – уверенность и радость в добре, которое человек непременно найдет в себе хотя бы частично. Во-первых, тшува – это не только исправление ошибок, это также осознание собственных достоинств. Цельный человек должен осознавать свои достоинства и свои недостатки. Недостатки он должен пытаться исправить. Или а если те, которые не могут пока исправить, он должен знать, что эти недостатки у него есть. Соответственно, как бы рассчитывать свое поведение, беря в учет свои недостатки. И обязательно человек должен понимать свои достоинства. Это неправильный путь, когда человек говорит, я никто, я ничто, достоинств у меня нет, или, по крайней мере, ими заниматься это неверно, это гордыня. Верная тшува, верная вообще взгляд на себя, это мои отрицательные качества, это мои положительные качества. С отрицательными я сейчас буду их с ними бороться. Я постараюсь их как-то по капле выдавить или сразу отрубить. А положительные я ими буду пользоваться тоже, да, то есть нам нужно обе части. Теперь в раскаянии самом, как нам объясняет Раф, нам тоже нужно. Окей, я сейчас сосредотачиваюсь на плохих вещах, которые делаю, отрицательных своих качествах и так далее. Как мы уже не раз видели, Раф говорит, это само по себе тебя должно радовать. По двум параметрам. Первое, что вообще-то проще. Ты должен радоваться, что искореняя зло, в тебе есть добро. Если ты в очень далеком состоянии, мне сложно такое представить, как это может быть. Человек говорит, Рав говорит, человек не нашел в себе ничего хорошего. По-моему, такого не может быть. Это сложное очень состояние души. Ну, допустим, человек в себе не нашел ничего хорошего. Рав говорит, ничего страшного. Сама по себе скорбь, тревога, переживание из-за грехов – это хорошее. Это хорошее. Это не только хорошее, это великое благо. И поэтому нужно радоваться одновременно с печалью. Такой вот у нас путь. Он должен немедленно обрадоваться, обрести уверенность и наполниться силой и мощью. Также из-за этого блага, чтобы всегда, даже в самом глубоком унынии чувств раскаяния, быть полным жизненной энергии и вооруженным основой действия. То есть это не должно тебя мешать тебе действовать активно в этом мире, радостью жизни и подготовкой ее благословения. Как мы уже учили, что тшува, она у нас имеет такую вот форму, сперва вниз, а потом такую, пора была такая, вниз, а потом вверх. Сперва мы опускаемся, переживаем по поводу своих нехороших дел, а потом исправляем это и возвращаемся в более мощное, в более радостное состояние, в более полное жизненное сил состояние, чем были раньше. Это мы видели раньше. А теперь что мы говорим? Даже когда мы спускаемся вниз и находимся в самом низу, мы сейчас заняты переживанием по поводу своих грехов, даже там мы должны обязательно присоединить к этому радость того, что я сейчас исправляюсь, радость того, от того, что я переживаю за нехорошие дела, которые я сделал. Есть люди, которые не переживают, я, безусловно, в другом месте. Ну, у меня на этот отрывок более-менее, в общем-то, все.
Теперь я хочу послушать, если вот Виктория, кто у нас тут есть с нами, если у вас есть что нам сказать по поводу этого отрывка. Не, а я с вами совершенно согласна, Натан. Тут не убавить, не прибавить, на самом деле. Что действительно именно радуешься тому, что вот оказывается, каким ты стал человеком. Вот один такой небольшой проступок, вот недавно, вот в гневе я там назлилась, да, вот, и меня прям накрыло, думаю, чуть ли я в самом деле. Вот, поиск корня идет. Это же не просто ты разозлилась, а на кого реально ты разозлилась? В результате на что? На себя, на то, как я воспитывала. Да, там, ну, я по поводу ребенка, да, что-то. И вот этот вот идет поиск корня, разбираешься, объясняешь ребенку, и тебе становится прям легче, ты видишь понимание, встречаешь, и очень хорошо. Хорошо, тогда мы сейчас перейдем к следующему отрывку. Сегодня так мы с опозданием, то попробуем хотя бы немножко продвинуться. Итак, следующий отрывок. Тут нужно как это следить за пальцами. Давайте. Покаяние мысли предшествует покаянию действий. А покаяние скрытого желания предшествует даже покаянию мысли. И покаяние скрытого желания мир скрытое, скорее высшее. Ну пусть будет скрытое пока. На самом деле всегда является покаянием из любви. Даже у тех, чье покаяние мысли происходит из страха. Попытаемся же с этим разобраться. У меня есть покаяние, действие. Я решил серьезно раскаяться. Я раскаиваюсь, я понимаю, что неправильно сделал. Я исправляю то, что я сделал неверно. Это покаяние действия. До этого есть покаяние мысли. Что такое покаяние мысли? Это можно понять дважды. Одно это решение раскаяться. Это как бы уже принятое решение раскаяться. А второе, это может быть, я думаю, не раскаяться ли мне? Это покаяние мысли. Можно сказать еще, покаяние мысли это сюда я решил раскаяться. Я раскаиваюсь. Но я еще ничего не сделал. Мне нужно там прощения попросить, там, не знаю. Пол подмести, то, что разбилось. Что-то еще сделать конкретно по этому поводу. Действия я не сделал. Но глубокое понимание того, что я себя повел неправильно, покаяние мысли. Это есть. Да, это часть покаяния. Мы говорим, что есть еще один этаж до покаяния мысли. Это покаяние желания. Внутреннее, высшее желание. До того, как я решил, окей, я делаю шву, я неправильно себя повел. Есть желание исправиться. Я еще конкретно не знаю, там ничего не говорю. Желание справиться, желание быть лучше, желание быть чище, желание быть ближе к Богу. И теперь.
Желание мысли. Это может быть из страха. Почему я решил раскаяться? Ну, так вот. Это самое. На улице пальцами тычат. Стыдно и неприятно. Вот самое. Монетин себе заработал. Непонятно какой. Шепчут что-то тут за моей спиной. Вообще там это самое. В будущем мире сожгут на сковороде. Не хочется. Не хочу сковороду. А мы принимаем решение сделать чего? Правильное решение. Молодец. Но даже это желание сделать шуву, которая из страха, то, что ему предшествует, а то, что предшествует этой мысли, желание сделать шуву, правда, говорит, что оно не может быть из страха. Я из страха могу пытаться сделать, что от меня хотят. Я из страха могу что-то делать, что-то не делать. Стремиться быть лучше, чище и ближе к Богу я не могу. Я могу только из него. То есть, неважно, какую делаю. Поэтому, в общем-то, можно сказать, что любая чува, неважно, что ее породило, из страха или из любви, она ценна. Она ценна. Рав говорит, в том числе, почему? Потому что шореш, корень корня, ее все равно будет из любви. И он влияет, даже если сама мысль о чуве, это мысль о наисте. Все. Отрывок наш закончился. И, Виктория, если хотите что-то сказать, я буду рад. Ну, действительно, совершенно не важно, из каких побуждений ты делаешь чуву. Или ты боишься, что тебе обратно прилетит то же самое, там, что-то нажелал, да? Там, или просто ты хочешь почувствовать себя снова приятным человеком и больше не ругаться матом, скажем так. Вот, снова. Вот. Не важно. Его можно даже, на самом деле, намерение можно даже и не заметить. Откуда оно взялось? Все остальное уже потом. Просто вот это вот само, вот это я бы назвала ощущение какого-то дискомфорта от самой себя. Вот я была какой-то другой, я такой, и ты четко понимаешь, что таким ты быть не хочешь больше. Что это какой-то откат назад. Вот, я бы так сказала. Отлично, очень хорошо. Но я не согласен, что нам абсолютно не важно, из каких побуждений мы делаем чуву. Безусловно, лучше все-таки сделать чуву из любви. И может быть, это даже единственный вариант. То, что мы хотим здесь подчеркнуть, это другую идею. Даже если мы делаем чуву из страха, она цена. Мы можем сказать, мы можем пойти такой перфекционистский дорог. Только чува из любви, она катит, она хорошая, она правильная. А чува из страха, ну ее. Она ничего не стоит. А если ты делаешь неправильную чуву, то там делаешь из страха. Не-не-не. Чува из любви, безусловно, лучше, приятней, предпочтительней по очень многим параметрам, чем чува из страха, даже если сделал конкретные действия те же самые. Безусловно, лучше и правильно сделать чуву. Он говорит, а если тебе сложно, если ты не можешь, если ты делаешь сейчас чуву из страха, молодец, очень хорошо. Любая чува, любое продвижение вперед, неважно, из какого этого самого. А кто тебя двигает? Это очень хорошо. Понятно, что лучше из любви, чем из страха. Но из страха это тоже очень здорово. Это очень здорово. Как? Это золото, это серебро. Лучше золото, но серебро тоже очень хорошо. Да? Это наш рассказ. Теперь мы здесь говорим одну новую интересную вещь. Даже чува из страха это в какой-то мере
ветви от чувы зуды. Потому что корень, их общий корень, мы сказали на следует, желание, мысль, действие. Мысль может быть из страха, а действие, которое корень этого желания, корень этой мысли, желание, которое корень этой мысли, Рав говорит, оно не может быть из страха, оно может быть из любви. Поэтому получается, что даже если то, что я делаю, это чува из страха, она все равно немножко принадлежит, прилеплена к чуве из любви и может в нее превратиться. Это наша игра. Вы согласны со мной? Да, Натан, конечно, спасибо вам большое. Ну, даже, наверное, действительно, конечно, не столько не важно, а сколько можно не отследить первичный позыв, откуда он возник. Да-да. А Рав Кук, он, как это, он, как это, самое, как его, дятел, он в одну точку бьет постоянно. Он воюет с отчаянием. И то, что мы хотим добраться очень высоко, не значит, что любая ступень ниже этого, это не значит, что ни в коем случае. Любое продвижение очень классно. Да, мы хотим забраться выше всего и еще выше. Но любое продвижение, это очень здорово, и Раф в эту точку бьет постоянно. Так, давайте посмотрим наш еще отрывок. Десятый. Кстати, если это десятый, то у нас еще остается. У нас остается еще... Это что? В общем-то... У нас еще остается тут где-то 3, 4, 5, может быть, еще отрывков. И мы закончили нашу главу. Нам остается последняя глава. Ну, посмотрим. Хорошо. Давайте. Следующий отрывок будет с подвохом. Для... Так, секундочку, давайте возьмем текст. Для знака Торы нет иного пути покаяния, кроме как через Тору и посредством Торы. А для человека глубокой мысли нет иного покаяния, кроме как через эту мысль и посредством этой мысли. Если знаток Торы скажет, вот, я буду поститься, и через это покаюсь, в его словах нет сути. Ой, и пусть собака съест его трапезу. Так, как это интересно на иврите. Были хулькар, были широте. То, это даже арамит, я не знаю, как это будет правильно перевести. Положимся на нашего переводчика, что он перевел нормально. Да, съест собака. Хорошо, похоже, видимо, на правильный перевод. Да. Ну, это однозначно какое-то проклятие. Да, дальше. А человек глубокой мысли, который говорит, вот я покаюсь через внешнее физическое усердие, не имеет покаяния. Его покаяние должно быть высшим, духовным, утонченным, свободным, наполненным светом святая святых, украшенным украшениями высшей жизни. Тогда он приносит исцеление себе, всему миру. Давайте начнем с такого вопроса. Почему у нас здесь два действующих лица? Знаток Торы и человек глубокой мысли. И какое между ними соотношение? Как вы думаете?
Есть мысли, Виктория? Ну, знаток, который здесь, наверное, имеется в виду, тот человек, который знает все, как это назвать, обрядовость, как это называется, я забыла слово. Вот все, что нужно делать, там, омовение рук, там, вот это вот все, как это все называется? Аллаха, Да, да? который знаток, я думаю, здесь аллахическая часть имеется в виду, который все знает, как по Аллахе. Ему сказали, он слушает раввина, значит, он за любым чихом там, за советом бежит, все. Но сама мысль при этом как бы не развивается. У него уже есть вот эти точные инструкции, которые он считает, что помогут. Наверное, это имеется в виду. Там у Рава Кука раньше было такое, что он говорил, что только физических действий никогда недостаточно. Должно быть все уравнено. Там где-то у нас такое встречалось. Я помню, мы рассуждали на эту тему. Вот. То есть, опять же, все-таки мысль и намерение, как всегда Рав Кук говорит, должно идти первее, нежели все-таки Аллаха. Ну, что мне вам сказать? Вы практически мои мысли прочитали. Но, то есть я с вами согласен. Я это возьму немножко в свою сторону. Но в общем, да. Знаток Торы, я бы это взял более широко. Не только знаток закона. Знаток Торы и не только закона. В общем, человек хорошо знает, изучает хорошо Тору. И его жизнь в Торе. Его жизнь в Торе. Его тшува должна быть через Тору. Почему? Потому что, сколько я понимаю, тшува должна идти через высший этаж того, что у меня есть. Через высшее то, что у меня есть как бы в своей личности, через высший уровень проходить. Я с вами полностью согласен. Человек глубокой мысли, насколько я понимаю, это более высокий этаж, чем знаток Торы. По-простому, это, видимо, все-таки знаток Торы, у которого есть дополнительно к этому глубокая мысль. Можно так объяснить, а можно сказать и нет. Просто человек, который глубокий. Ясный и светлый, который как бы, мыслью охватывает мир с конца в конец, обобщает и так далее. Да, еще раз, я оставляю здесь два варианта понимания. Одно, что, видимо, мы имеем в виду человек, который знаток, который и также человек высокой мысли. А вторая идея, что это может быть человек высокой мысли, не является таком Торе. Я немножко более склоняюсь к первому варианту, потому что это знаток Торы, который является там, где человеком глубокой мысли, но абсолютно не обязательно. И сложно сказать однозначно, но мне кажется, достаточно четко из нашего отрывка мы видим, что человек глубокой мысли – это более высокий этаж, чем знаток Торы. Поэтому я могу принять ваше объяснение, что знаток Торы здесь только человек, который изучил практическую часть Торы. Так, человек глубокой мысли. Теперь, соответственно, так же, как мы сказали, что знатоку Торы неправильно нельзя делать шуву не посредством Тору, а посредством, там, не знаю, допустим, поста. Это неправильно. Также человеку глубокой мысли нужно делать шуву через высший этаж своей личности. Через глубокую мысль. Я пока через физическое усердие внешнее какое-то. Я сейчас, как он очень любит нас, я сейчас чего-нибудь добавлю к своему соблюдению. Я принимал субботу там за 20 минут, то, как положено, сейчас я буду принимать за 21 минуту. Я учил тут 5 листов Талмуда, сейчас я буду учить 5 листов и еще 32 строчки. Я чего-нибудь добавлю. Да? Вот человек глубокой мысли. Без глубокой мысли, это не его путь вообще. Он должен делать чего? Через глубокую мысль.
И, кстати, если уж на то пошло, я здесь выскажу свою некоторую критику, идеи добавить. У нас достаточно часто есть идея добавить, вот мы хотим сделать что-то хорошее, мы что-нибудь такое принимаем на себя дополнительное, добавляем что-то, добавляем, добавляем. Скажем так, в каких-то ситуациях, может быть, есть это уместно. И мне кажется, как общая адраха, как общее направление, это путь в никуда. Я объясню, что я имею в виду. Это путь к тому, что человек начинает задыхаться. Я сегодня учусь, и мне хорошо, я получаю удовольствие. 6 часов в день. А, вот что-то такое, давайте добавим. У нас война, давайте добавим. 6,5. Потом добавим еще. Без 15,7. И я начинаю задыхаться. Куда? И еще, и еще, и что? И как бы технически добавить и что? Раз, два. Кроме того, что начинаю задыхаться, я прекращаю более широко видеть мир. Может быть, остановись. И, может быть, стоит поменять, что ты учишь, поменять тему. И, может быть, стоит что-то новенькое выучить. И, может быть, стоит что-то, что твои, как бы, горизонты расширяет. Тебе, может быть, вот этот указание добавить, взять еще что-то, мне кажется, оно очень часто человека останавливает на его уровне и не дает ему выскочить за рамки его кубика на более высокий этаж. Но что-то более... Там, где не добавить, там, где тебя мысли начнут более широко что-то охватывать, какие-то новые идеи, для этого нужно не добавить, а наоборот, может быть, что-то снять, успокоиться, отдохнуть, сосредоточиться, не знаю, там, расслабиться, сделать какую-то там медитацию. Наоборот, быть очень в спокойном состоянии, а не вот в этой беготне за собственным хвостом. О, давайте еще добавим, и еще это, как-то, мне кажется, немножко, так сказать, такое вот. Для подростков, может быть, подходит, но для какого-то серьезного продвижения очень важно и полезно расслабиться, успокоиться, сосредоточиться, отдохнуть и так вот из конца в конец попытаться посмотреть, секундочку, что я делаю, может быть, что-то прекратить делать, вместо этого делать что-то другое, да, может быть, вообще поменять куда-то вектор, и это может быть, в конце концов, самая большая чува, что может быть, да, я смотрю, чего я делаю, думаю, окей, давайте попробуем что-нибудь еще. А вдруг это что-то выйдет? Давайте выучим что-то, что я ничего не учил. Вообще принципиально. Я вот тут Талмуд учу. Давайте там, вместо там еще лишней там страницы я немножко посмотрю там на регулярной основе там Мидраши. Или наоборот. Я тут постоянно учу что-нибудь там. Идеи какие-то. Давайте я немножко себе добавлю, посмотрю вместо опять чего-то. Так это самое. Алаху начну изучать. А давайте я вообще это самое философию вообще пойду учить, или искусство, или культуру, с тем, чтобы вообще понимать, о чем Рав Кук пишет, когда он относится к этой самой философии, или к этому самому искусству, или к этому самому науке. Может быть, науки мне стоит тоже понимать. А потом, оказывается, опс, понимание науки мне опс, расширяет очень сильно мое понимание Торы, делает и так далее, да, то есть иногда вот именно не добавлять, а остановиться и действительно подумать, а куда приложить свои усилия, и, может быть, откуда, наоборот, снять. Но это уже мои личные, это самое, тараканы, что называется, мои личные задумки, нашему отрывку отношения не имеют, но то, что здесь нам очень-очень важно, шува должна у тебя идти к твоему высшему уровню. Где у тебя максимум? Ты знаток Торы? Это твой максимум. Посты – это, в общем-то, не для тебя. Понятно, что если все постятся, то тоже постишься. Но это не твой личный путь для тшувы. Твоя тшува через Тору. У тебя глубокая мысль через это твоя тшува. И только через это.
Виктория? Натан, знаете, что я хотела сказать? Я хотела сказать, что все-таки знатока Торы и человека глубокой мысли, мне кажется, не надо ставить на разные уровни. Мне кажется, это один уровень. Они просто рядышком, а сверху будет уже ближе, ну, как бы к раввину. Человек, который и знаток, и с глубокой мыслью. Понимаете? Мне кажется, эти люди стоят на одном уровне. Потому что один знаток по рассуждениям, то есть он, так сказать, глубокомысленно размышляет и во времени там теряется в своих размышлениях. А другой человек, наоборот, на бытовом уровне очень скрупулезно ко всему относится. И от этого тоже не знаю, как добавить. Тут я с вами согласна. Что добавлять-то? Все есть, все написано. Вот это вот. Придерживайся того, что есть. Вот. И мне кажется, только в совмещении эти вещи дадут идеальный результат. Вот мне кажется, знатоков Аллахи надо к любителям порассуждать, и им надо вместе время проводить. Понимаете? Вот любители порассуждать будут задавать вопросы. А почему вот ты так делаешь? А ты знаешь, на чем это основано? Откуда это? И знаток Аллахи. Ой! А я и не знаю, вроде соблюдал с детства, и все. Пойти, и он задастся вопросом. Понимаете, о чем я? Мне кажется, тот идеал во взаимодействии. Согласен с выводами, но я не до конца согласен с предпосылками. По-моему, знаток Торы это ближе немножко к крабу, чем просто знатоку Аллахи. Он, да, он хорошо знает Тору, не только Аллаху, но и другие ее аспекты тоже. Но, тем не менее, это его коробочка и все. Наука ему не интересна, он ее не знает. Культура ему не интересна, он ее не знает. Глубина его мысли определенная. Глубина глубокой мысли охватывает все. Мне кажется, он как бы над знатоком Торы. Видимо, он включает в себя знаток Торы. Может быть, Рав Кук здесь вообще намекает на себя. Но с предпосылками я согласен не до конца, с выводами, что безусловно им есть один другому, как обогатить знания, внутренний мир и показать какой-то взгляд, который у него нет, и это безусловно положительно, потому что человек глубокой мысли, у него может быть тоже проблемы с действиями. Он может секундочку, я понимаю вот с этой стороны так, а с этой стороны так, и там на взгляде на 1000 лет вот все понятно. А чего сейчас делаем? Ему очень может помочь как раз знаток Торы, знаток Аллахи, который скажет, что здесь не будет. Это тоже как бы у любого человека есть, у любого как бы направления всегда есть недостатки, не только достоинства. Но мое личное восприятие, что человек глубокой мысли это... То есть вы ставите их на одном уровне, но я ставлю их на разных. Что может быть знаток, ну, человек глубокой мысли, он уже знаток, который тоже, а может быть совсем нет. Вот. Мне не кажется, но... Совершенно не обязательно. Совершенно. То есть глубокой мыслью это вот бнейнохи, мне кажется, их всех можно глубокой мыслью. Они же не так просто к этому пришли, понимаете? К иудаизму. Да. Это надо было много думать. Болеть Чуваторы не просто пришли. Думать это хорошо вообще. Вот вы знаете, я, кстати, что хочу сказать. Я тут, вот в христианстве, да, в православии, там неважно. Вот я согрешил, прочитай молитву, там 10 раз. Это похоже. Вот давайте увеличим обряд, там, да, там не один, а давайте его сделаем 10 раз. Это нехороший вариант. Понимаете, это как идолопоклонство, такие слитки небольшие. Я знаю, откуда мы добрали, откуда мы взяли, откуда, кого мы научились. А давайте добавим. Опа! Да, мне кажется, вот чего действительно, почему я еще с вами согласна, вот этого действительно делать не стоит. Потому что вот эта манера, а давайте прибавим, а давайте себя плетьми накажем, знаете, вот это вот все. Это не из еврейского мира.
Человек теряет свободу при этом. И внутреннюю тоже. Он сосредотачивается на этих мелочах. И действительно, вот как вы говорите, он там закруженный весь вот в этом исполнении. Понимаете? Вот, так что вот это не вариант. Однозначно. Давайте прибавим. Говорите. Он говорил, что христианство научилось иудаизма, когда иудаизма было в самом своем низменном состоянии во время разрушения храма. А потом иудаизм, живя долго среди христианства, обратно научился у христианства. Именно то, что вы говорите. Как это? Со всей грустью. Хорошо, ну отлично. Значит, все, мы сегодня выучили вроде немало отрывков. Большое всем спасибо за это самое, за присутствие. Вот. Спасибо большое. Всего хорошего. До свидания.